С вулкана Онтага им пришлось спускаться в густом облаке пепла, почти вслепую. Извержение как для туристов, так и для местных властей стало полной неожиданностью. Каких-либо признаков готовящегося выброса специалистами замечено не было. Некоторым туристам понадобилась помощь спасателей, чтобы покинуть опасную зону. Облако пепла расползалось так быстро, что я не смог от него убежать. Я так рад, что остался жив. Кто-то сумел найти убежище в горных хижинах и переждать там ночь. Добраться до вершины вулкана японские спасатели смогли лишь на следующее утро после извержения. Поисковым работам мешают постоянные выбросы пепла и токсичные газы, в частности, сильное испарение серы. В операции принимает участие более 550 военнослужащих японских сил самообороны, пожарные и вертолеты. Сообщается, что на склонах вулкана уже обнаружено более 35 тел погибших. Однако официального подтверждения пока нет. Местные власти не могут заявить о гибели людей, пока ее официально не засвидетельствуют медики. Онтага – второй по величине после Фудзиямы вулкан в Японии. Он находится в 200 километрах к западу от Токио. Последнее крупное извержение произошло 35 лет назад. Выброс пепла привел к значительным задержкам авиарейсов, однако сейчас работа японских аэропортов нормализована.